Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс, а это очень интересный выпуск по МВЗ Зомби. Давайте посмотрим, что у нас в магазине есть, и... Ух ты! Ух ты, какая, а! В общем, все хорошо. Ничего себе! Мишон, Картака, я еще-то раньше ее и не помню, да? О, была она еще и с мечом самурайским, ну ладно. Ладно, события у нас. Ходячие мертвецы, бойтесь живых. До начала, что-то вообще, до начала 3 часа, что ли? Вот, непонятно. Сражайтесь с мертвецами, бойтесь живых, зарабатывайте опыт, получите, это все понятно. Но в ДМЗ что-то нету никого, да? У меня есть вот такой вот типочек и... На самом деле, это очень хорошо, конечно, что он есть. Но сегодня мы пойдем Zero to Hero. Я выбираю Васю Кристалла. Выбрать. Он без ничего. А, вот он, Вася Кристалл. О, смотри, вспыхнул. У него есть снаряжение. Маленький рюкзак. 0 брони. Есть Сентекс, да, Казимир. И нету оружия никакого. Я пойду, да. Я пойду без нихера. Вообще без нихера в каточку. Без оружия даже, вот. Поэтому начинаем. Да, вообще без ничего. И буду выживать в зомби. Оружие не выбрано, подтвердить. Погнали. Вот таким вот я красивым, безоружным пойду в МВЗ зомби. Да, ты все правильно понимаешь. Вообще без оружия пойдем и посмотрим, какой вершины мы достигнем здесь. Ну что же, приготовьтесь, короче, я могу бить только кулаками, короче, вот так вот. Но пушечку я, возможно, найду, а возможно и нет. И здесь у меня на самом деле есть контрактик, да, ближе ничего нету. А, ближе, смотри, ближе вроде ничего нету, да, я полечу на него, возьму этот контрактик, мне надо какие-то бабки. Вот, желательно. Возможно, найду какое-то оружие, возможно, куплю, но хотя бы найти что-нибудь... Здесь да надо мне, потому что так, ну, это очень печаль. Лошадка. Очень печально будет, да, вот уже зомби здесь, как бы, да, у меня есть возрождалочка только и граната с Казимиром. Все, больше нихера у меня нет. Да нет, поставь ты сюда. Подожди, не бей меня. Деньги мне очень нужны. Воу! Ты чё, блин? Чё напряжение такое-то, а? Здесь наемники сидят, да? Блин, я не знаю, как мне пройти. Есть плашечка, есть еще немножко денег. Мне бы хотя бы какую-нибудь пуху, да? Осколочная, подожди. А, здесь нет никого уже. Блин. Чуть сам себя не взорвал. Ладно, погнали отсюда. Ну его нахер, я их спугнул. Они куда-то разбежались. Все, 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 я уехал, я уехал. Оружие, видишь, не повезло. Но я думаю, что я куплю его сразу в третьей зоне, дед. Вот. Поэтому у меня такой план. Выживание без оружия. Без нихера. Вот, если что, куплю в третьей зоне. Иди нахер, вертолет. Вот, в магазине-то у меня денег нету, да, но 500, смотри, 500 я уже заработал. Это, конечно, копейки, но все равно эти копейки. Мне каждая копейка на счету, как говорится, да. Вот так я еще давно уже не стартовал так, да. Ну и посмотрим награду какую-нибудь здесь. Что-нибудь заберем, уже саморезик есть, уже хорошо есть, да. Так, вот нахер надо выкинуть. Сразу можно на этой тачке ехать за каким-нибудь другим контрактом, да? Ну, желательно тоже доставка. Во, доставка есть. Не знаю, заберут или ее или не заберут, но... Кстати, сколько раз дополнения, я так полагаю, будет в этой игре, да? Вот, потому что уже что-то какие-то обновления, какие-то движения выходят.
Ну, уже устал просто от этих событий. Хочется нормальное человеческое обновление. Жми лайк, если ты хочешь тоже обновление в зомби нормальное человеческое. Устал уже от этих всех событий. Вот, потому что, ну, события это хорошо. Конечно, да? Опа. Я нашел дробовик, еще и синий. Ну, на первое время мне пойдет. В нычечке, да? Начал без ничего. Два самореза, дробовик и средний рюкзак уже есть. Вот, а начал вообще без нихера. Сейчас делаем этот контракт. Улучшать я его вряд ли буду, этот дробовик. У меня вариант такой, что купить золотое оружие, да? Ну, хоть как-то пробиться здесь. Вот, но золотое оружие по-любому мне надо покупать будет. Вот, без золотого оружия я, блин, очень трудно будет. Очень трудно будет без золотого оружия. Ну, что-то там, ребятки, а? Зомби, а? Ждут меня уже, да? Вот, конечно, денег, денег бы еще, да? Ну, будем лутать те кассы, которые здесь рядом. Вот, у него синий, поэтому зеленый ключик можно смело выкинуть. Зеленый ключик нам не надо. Конечно, спасибо, что дали. Алло, зомби, блядь, ну я же здесь. Хера себе. Он, а он сквозь машину проходит. О, переехал. Хера себе. Плашечку вставь. Где тачка? Понял. Ребята, я поехал. До свидания. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. До свидосик. И еду опять в ту сторону, да? Та сторона меня не очень привлекает, конечно. Но деньги очень сильно привлекают. И я попробую на той стороне взять еще контракт доставка. Очень попробую. Сейчас ребята, наверное, все в третьей зоне кайфуют. Вот, пошли туда. Ну, максимум здесь 1-2 контракта сделают и пойдут. А я нет. Мне надо выживать. Итак, скушал я реаниматор здесь. Только реаниматор дали, да? Только реаниматор. И здесь есть контрактик, но... Увы, я туда могу не успеть. Потому что там едут конкуренты мои. Вот, а контрактиков мало. А охоту я брать пока не хочу. Мне надо купить какое-то золотое оружие, реально. Я не знаю, сколько золотое оружие стоит. Я давно не покупал со стены. Вот, забежать в третью зону, имея при этом, надо хотя бы 2-3 саморезика иметь. Вот, обязательно. И обязательно купить золотое оружие. Потом его можно уже улучшить будет. Вот, потом можно будет жить. Как говорится, и нету жить. Вот, и игра что-то откидывает прямо иногда, да? Воу! Не надо. Так, и я поехал на ту сторону. Отлично, просто, просто отлично. Приехали сюда. Быстренько смотрим еще самореанимация. Это возьму кладбищенский лимонад. Уже рискуем не зря. Уже рискуем не зря. И я смотрю, еще доставочка вот здесь есть. Отлично. Чё-чё? Нет. Не надо авиаудар. Вообще ничего не надо. Я уехал. Я мирный. Я очень мирный сегодня. Очень мирный. Мне надо, мне обязательно надо эта доставочка, мне надо какую-то нормальную пуху купить, реально. Потому что, ну, это все говно, дробовик я нашел, это хорошо, конечно, но он синий. Нафига мне синий дробовик, да? Вот оно, это здание, здесь еще касса есть. Здесь странно, как-то все открыто уже. Оу, блин, нихера себе подача. Еще и послушник, короче, сейчас сделает его своим. Охереть. Охереть, зомби охотится за мной.
Вот оно самое сложное. Откидывание в лесу называется, да? А мне надо в другую сторону, получается. Вот, и вообще контракт хер знает где, а здесь еще эти стоят. Еще и зомби просто прыгают. Я не знаю, что произошло с ними. Они прыгают прямо ко мне в машину. Охренеть просто. Мне вот так вот только варик был проехать. Короче, забрал я. Хотя бы первая улучшалочка, да? Вот так сделаем. Вот, уже легче. Минка есть, все есть. Экспериментальный газ. И теперь зомби во второй зоне мне не сильно страшны уже, да? Не сильно страшны. И здесь есть доставочка еще. Я не буду брезговать херню этой, да? У меня в грузовику почти жопа, но я уверен, что я туда доеду. Вот, уверен, что доеду туда, и потом надо будет посмотреть, где на стенах продается нормальное оружие. Я зря, может, кристалл потратил этот первый, да? Ну, возможно, найду сейчас еще один кристалл первый и улучшу золотое оружие. Золотое оно уже будет гораздо приятнее, чем вот это вот говно, этот дробовик. Я не знаю, что это за дробовик, но очень интересный, я бы сказал бы. Вот зомби выскакивают просто на дорогу. Ребята, у меня машина уже в говно от вас. Вот, я думаю, что здесь я успею взять. Вот, ну, с таким дробовиком, в принципе, я могу какую-то оборону держать. Конечно, брони нихера нету. Вот, но надо найти. Броню вставить я почему-то, он вставляет вообще либо без анимации, либо хер его знает. Вот, погнали. Машину здесь оставим. И, как назло, ни одного этого сундучка, смотри, нету, да? Блин, не трогайте меня, а. Ни одного нету сундучка. Но зато есть 13 тысяч. Я еще сейчас подкоплю. Подкоплю и уеду отсюда нахер. Вот, все, что мне надо сделать, это мне надо накопить денежек, да? Два самореза есть, три даже, три самореза есть, это уже вообще хорошо. Ну, два в рюкзачке в среднем есть, это хорошо. Значит, можно будет пойти проверить, как дела там обстоят со стенками в третьей зоне. Найти где-то стенку и желательно приехать туда еще. Вот о чем я говорю, вон, видишь, ну, это синее оружие. А мне надо в той зоне найти какое-нибудь красненькое. Чувство смерти выпало. Ну, хоть что-то, да? Хоть что-то выпало. Это уже хорошо. Так, здесь есть заправка. Я, пожалуй, здесь и заправлюсь, если больше контрактов нету. Никаких интересных по доставке. Нет, нету. Поехали на заправочку. Заправлюсь, постою, пообороняюсь. А заодно на заправочке гляну. Гляну на то, где я купить могу пушку. 16 тысяч уже неплохо. Уже, в принципе, то можно было бы и броню купить, и все дела купить вот эти вот, да? Здесь есть заправленная. Так, я хочу посмотреть. Здесь оружие на стенках. Вот здесь есть. Вот, и думаю, что туда надо поехать будет. Дробовик первого уровня, но хоть синий, и то хорошо. Я думаю, машина подчинилась. Оля, чё ты целишься так? Эргономики у него вообще нету, но мне странно. Как ты достал, да, до меня? Непонятно. Так, ладно. Пистолет на стене пометил я. Это означает, что там можно купить оружие.
Хотел посмотреть еще где, но здесь же не посмотришь, понимаешь? Особо так. И больше оружия я здесь... Ага, вот здесь есть. И вот здесь есть оружие. Отлично. Так все, иди нахер. Давай проедем, посмотрим, что здесь за оружие. Надо купить оружие, потому что, ну, это нереально с этими зомбаками так. Так, мегаотродия не появится прямо передо мной. Как всегда, разработчики. Зачем? Почему? Здесь припаркуюсь быстренько. Сгоняю. Здесь что-то золотое есть. Ладно. Не то, что я хотел, конечно. Не то, что я хотел. Однозначно не то, что я хотел. По-любому. Здесь я хочу глянуть. Тайничок. Нихера здесь нету в тайничке почему-то. Третья зона. Здесь уже два мега отродья, да? Так, и я поехал в какой-то безопасный улучшайзер. Мне надо золотое оружие. Это улучшить будет, да? Вот он улучшайзер. И взять контракты. В принципе, улучшить я его могу на один только, походу, да? Ну, оно золотое, хотя бы на один можно улучшить. Хотя бы на один улучшу его. Вот так вот можно начать, видишь, Zero to Hero. Прямо. Вот. Не самое лучшее, конечно, оружие. Да, эргономика тоже как-то так. Но оно золотое. Оно легендарное. Это отлично. Так, у меня был... А, нет, я выкинул, да? Подожди, это мне не надо. Это пусть будет. Экспериментальный газ мне тоже не надо. Мне кристалл бы надо был. Вот. И 10 тысяч теперь еще надо. Короче, у меня 6. 7 почти. Мне надо немножко... Немножко денег не хватает. Совсем чуть-чуть, да. Здесь уже зомби. Я думаю, что вот это можно взять. С таким оружием, то попробовать, да, мимик, не мимик, там, послушник. Главное, что не мегаотродье, как говорится. Здесь тоже есть на стенке оружие, да, но оно мне не нравится. Оно мне не нравится. Так, во-первых, кассу чухнем. Здесь есть сундучок, так как баночки у меня нападали. Ну вот сундучок. А вот и турелька есть, смотри. Еще одна мина есть. ТВР можно взять даже, да, с собой. Все хорошо, когда у тебя нету нихера. 300 метров. Боже, блин, а ближе ничего не было, а? И это мим. Ну, слава богу, что мим хотя бы, да. Я знаю, что я здесь перепрыгну. Я вас забыл уже, где они здесь во второй зоне. Сейчас найдем. Я так полагаю, возле строечки здесь. Вот. Ну и машину надо не забывать чинить, потому что время идет, 24 минуты. А в 20... Да, возле стройки здесь сидит. А в 20, ну пусть 18 минут, желательно уже в третью зону перемещаться. Искать треугольнички и все дела. Но здесь, походу, никого и не было. Я переключить как-то могу, он верстами стреляет. Я не привык к этому оружию, абсолютно. Еще и с первой бронькой, ну ладно. Слышь, где она упала? Ой, какая перезарядка у тебя, брат. Ой, перезарядка какая. Дробовик на самом деле надо выкинуть нахер. У меня одна плашечка просто. Ну, в принципе, можно и так, конечно, стрелять, да? Давай.
очень долгая перерыва. Ну, можно награду посмотреть? Можно? Спасибо. А награда здесь как раз то самое улучшение, в принципе, можно было бы и улучшить, да? Но, к сожалению, мне не надо. Вот, но саморезов куча и очень много времени на мимика потратил. Я не рассчитывал, что оружие так стреляет. Я вижу контракт, в принципе, мне все равно машину менять надо, поэтому выполняем еще раз этот контракт. Ну вот она, посылочка, доставляем. Доставляем посылочку. Надеюсь, хотя бы второй броник будет, потому что, ну, с первым это такое себе дело. Нет, здесь синяя херня, которая вообще не нужна мне. Они хотят, чтобы я броник купил. Это очень плохо. Смотрим, еще контракты есть какие-то поблизости. Да, есть. Это везет мне. Вот, но мне надо, чтобы броник выпал. Если нет, придется ковырять его в третьей зоне. И, возможно, здесь вот еще есть... Блин. Здесь еще тайничок есть. Возле этих камней. Либо его убрали, либо он не прорисовывается, непонятно. Но здесь точно был. Вот прямо здесь. Возможно, я его и не вижу даже. А у меня машина назад не едет. Ну, отлично. Короче, ладно, не буду терять время на тайничок, который не прорисовался, либо его нету, непонятно. Вот, и машина что-то на задний ход забыла, как сдавать вообще. Ноль реакции, даже газу не даешь. Вот, забираем эту прелесть. Смотрим, может, в ящиках будет, но ящиков нету никаких, понимаешь? О, есть турелька. Турельку я забираю обязательно. Вот, это... гарантия того, что сейчас будет мегаотродье, возможно, там. Где-то, где турелька, вот. И с него выпадет рюкзак и броня. Вот, турельки, видишь, можно здесь набрать совершенно свободно. Вот, но оружие все равно надо улучшить будет. Да блин, у меня машина вообще... Почему какие-то откаты происходят? Непонятные. Я не могу. Я еду в траве, меня откидывает, понимаешь? В этой зеленке еду, меня откидывает. Все, поехали доставлять. Короче, вы видели, да, зеленый ключик выпал, это жесть. Почему оно так выпадает, я не знаю. Может, того, что брони нету, либо еще чего-то нету. Но выпал зеленый ключик. Здесь был огонек где-то. Вот, я помню. Если есть, он есть, да. Огонек, в смысле прыжок. Вот, и я хочу прыгнуть прямо на турельку. У меня не одна турелька, поэтому я прыгаю в третью зону. Желательно где-то возле улучшалочки. Вот отличное место. Просто там и улучшалочка, и турелька есть. Это очень важно. Здесь я смогу, возможно, найти броню и нормальный рюкзак. А возможно, нихера не найду. Оружие так себе, да, вот это вот перстами стреляет. Но что поделаешь. Здесь война идет какая-то вот. Вот, но мегаотродье я не вижу. Здесь ребята яйца делают. А, и турелька есть здесь, да? Ну ладно, тогда пусть ребята здесь делают, потому что контрактов нет нихера, очевидно. Вот. Джаггер Фанту мы выпьем. Эти ящички я проверю. Вот, вдруг тут что-то есть. О, вдруг им что-то не надо было, а мне надо. Понимаешь, мне надо. Джаггер Фанта есть. Это вообще скипнуть надо. Вот это вообще скипнуть надо, вот, чтоб с ним не бегать даже. Отлично. Мне всего 3000 и оружие на максимум будет, понимаешь?
Всего 3000 нужно. Новое я уже покупать не хочу. Это уже прокачано на предпоследнее. Ну, не дадут посмотреть нифига, да? Стану возле турельки, гляну, какие еще контракты есть. Вот, у меня контракт один есть у ФН. Можно попробовать сделать, но и брони нету ни хера, понимаешь, здесь. Не было мега-отродья, что ли, непонятно. Вот, просто непонятно. Что здесь было, а что здесь не было. Чувство смерти есть, касса пустая. Ладно, пойду туда, если что, вернусь сюда. Возможно, мега-отродья будет. Вот это вот самое главное убивает просто то, что реально, реально. Нереально здесь нет контрактов. Просто реально-нереально здесь нету контрактов. Понимаешь? Здесь нету гребаных контрактов. Почему, я не понимаю. Так, и здесь быстро чекну. Вдруг не чекнули, да? Вдруг тут броня лежит. Нет, здесь еще одна турелька лежит. Вот, от собаки надо избавиться. Как вас много здесь, ребят. Очень много. Минку я с собой не взял. Но это жопа будет, да, сейчас? Это жопа будет, да. Потому что минку я не взял. Нифига не взял. Вот так через окно выпрыгиваем. Мне надо этот УФН сделать. Один саморез потратил я. Ну, что поделаешь. Ну, контрактов нету здесь даже. Ни поездочки, ничего. Все пофиксили. Все, блин, все забрали. Вот, и чтобы полегче было делать мне. Вот так вот сделать можно. Опа. Отлично. Можешь, а? Блин, здесь ящик стоит просто. Глючит оно. Вот, отлично. И рюкзак нашел. Осталась только броня третья, да? В этих не будет третьей брони. В этих тоже не будет. Здесь минка. Так, 27%. Держимся. Ну, такого не было, чтобы во второй зоне еще не выпала даже вторая броня, понимаешь? Такого не было еще. Ну, вот здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Вот это катки такие. Ух! Ребята, вы что? Не надо. 59%. На самом деле, можно вот так сделать. Вот, загрузить... А, плашечек нету уже, понял. Ну, надо делать контракт. Оу, блин, как вас много, ребят. Вот же плашечка, что ты не вставляешь. 96%. Бля, вас не забрали, да? Ладно. Так, еще чуть-чуть, и я могу сделать и до третьего его. Но все равно, без брони как-то это, блин, вообще не то. А вот и треугольник. Вот это то, что я искал. Конечно, нужно денег еще, да? И мега-отродья нужно еще найти. Вот, потому что без брони в треугольник идти, ну, такое себе дело, да? И где пушечка на самом деле есть, я не знаю, но вот здесь есть доставка груза, которую я очень хочу взять. Вот, возможно, там что-то будет, да? Я на этот крушилку поставил. Есть одна турелька.
принципе, не знаю. Вот еще такое же оружие. Непонятное оружие, конечно, вообще полный бред. Полный бред оружия. Просто полный бред. Во-первых, это даст мне возможность подлутаться, да, и завершить и оружие свое. В-третьих, ну, ни одного мегаотродя просто вот там было, да, но там турельки нету. Вот, оно как-то раньше получше было, а в последнее время, независимости там, золотая броня, не золотая, просто нихера не выпадает, и ноль контрактов в третьей зоне. Понимаешь? Ноль контрактов в третьей зоне. Здорово, ребят. Бля, это здесь зависло, да? Оп. Просто висят зомби, да? Еще и шмакнуть успел он. Тварюки, а? Тварюки. Вот так можно начать с нуля, и я сказал бы неплохо. Неплохо подлутаться. Чувак не пришел. А вот моя пушечка здесь на стене. Говняная вот эта вот. Золотая, я не знаю. Ну, не то, что говняная, но... По крайней мере, сейчас мы сделаем из нее полностью легендарнейшую. Полностью легендарнейшую, если время хватит. Ну, давай, да, давай на зомби подскочи, чё ты. Взлети еще и зависни в воздухе там. Оу, здесь что есть? Еще треугольник, но больше мне нихера не надо здесь. Вот, я надеюсь, турельку взял, я так быстро брал там, я даже не знаю. Я не хочу просто время тратить, да, время тратить приходится вот. Приходится реально тратить время. Так, здесь есть у нас что-то, да? Но здесь опять ребята заюзали турельку. Можно патроны пополнить. И поискать третью броньку где-то. Ну, нету третьей броньки. Ну, надо найти. Вот, надо найти и пойти потом улучшить. Да посмотри, тут даже саморез есть еще один, да? Вместо вот этого вот. Да иди ты нахер. Я просто без третьей брони бегаю, потому что реально нереально найти ее. Конечно, она здесь особо сильно не нужна, но я переживаю за треугольник. Как бы, вот. Потому что, ну, в треугольнике она нужна мне. Вот, а в треугольнике идти надо какой-то квест. Смотри, квеста в ноль. Пойду пушечку посну. Ну, блин, одна надежда, короче, что мегаотродье появится здесь. И с него выпадет броня еще. Это немаловажно. Немаловажно, да. У меня есть эта херня, да, в которой я смотрю на всякие вот эти вот чувства смерти, все, сундучки. И фактически не вижу здесь ни хера сундучков даже. Вот, какие-то есть опять-таки турелька, да. Ну, турельку, ладно, ладно, возьмем ригель. Ладно, спасибо, но мне столько много, получается, и не надо особо. Ой, бля. Фиолетовое тоже не надо, потому что пушка золотая у меня, да? Я могу, конечно, их прикончить здесь. Вот, но где мегаотродья? И, наверное, все-таки одну заюзаю я турельку здесь. Вот. 6 минут осталось. В принципе, всего хватает, да? Обычную заюзаю, места уже нету. Чтоб вот это говно за мной не бегало. Вот. Здесь тоже бывают... Бывают ништячки, но либо исчезли, либо непонятно. Иди сюда, я тебе покажу, где выход. Крушитель. Вот. И оружие у меня до сих пор не улучшено еще. Ну, я жду мегаотродья, я не знаю. Возможно, пора идти на улучшалку, да? Вот сюда вот. Вот туда вот идти. Я не знаю, где мне броню найти. Можно попробовать там найти. Вон мегаотродья, но оно хер пойдет, понимаешь? И здесь турельки нету. Раньше стояло, сейчас нету. Абсолютно. Вот и прыгаю я вот сугубо вниз. Почему-то, да? А, блин, нельзя взять мне, да, денежку? Спасибо, я понял. Но я возьму все-таки.
Вот так вот треугольник еще никто не ходил. Там можно в том треугольнике остаться, конечно. А, здесь все почистили, да? Охренеть. Ну, мегаотродья. Ну, по... О, есть. Есть. Мой шанс на броню. О, да, давай, 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 давай. Да похер, даже если откинусь. Забей мегаотродье. Пожалуйста, куда ты стреляешь? По мегаотродью кидай. Ну и что здесь? Рюкзак только, да? Обезьянка, турелька и рюкзак. Охереть. Обезьянка, турелька и рюкзак. Обезьянка, турелька и рюкзак. Ладно. Я пошел тогда улучшу оружие. И в принципе мне надо будет в магазин, получается, зайти еще, да. Получается, в магазин мне надо будет еще. Ну, турельки есть у меня, еще, в принципе, можно, можно что-то сделать. У меня, смотри, три турельки обычные и одна турелька Ригель еще осталась, да? Которая тут нагибает, в принципе. Неплохо. Вот, но броньки-то нету. Понимаешь, может здесь посмотреть, но здесь тоже, наверное, нету ее. Вот, непонятно, да, ее то много, то немного, квестов то много здесь, и то нет ни хрена, непонятно вообще. Даже второй нету, понимаешь? Даже второй броньки нигде нету, да? Банка-реаниматор я уже заправился, типа. Вот фиолетовое оружие, всякая херня. Но ничего такого того, чего мне надо, да? Еще противогаз обычный возьму. Вот, обычный газик возьму. Так, и 5000, блин. 5000 не хватит. Надо смотреть какой-то контракт. А контрактов нету, есть у ФН. А вот здесь вот аж. Понимаешь, я, думаешь, добегу туда? Я не уверен. Я не уверен, что я добегу туда. Почему нету контрактов? Я не могу понять этого. Ну неужели, блин, я сколько бегал, даже с золотой броней совсем, нету контрактов, просто нет контрактов. Нехер что делать, яйца одни есть и все, даже охоты нету. Это патроны. Ну вот как его, как играть здесь? Как играть, когда у тебя нету чего делать, блин? Ну это вообще жесть. Разработчики. Это же жесть. О, сейчас мегаотродья замочат здесь. Приглашает вас в свой отряд. Ну блин, брат, я бы с удовольствием, но у меня Zero to Hero, понимаешь? У меня Zero to Hero. И остается совсем мало времени. Не знаю, успею я, не успею сделать этот контракт. Но мне надо сраная броня просто. Вот, потому что с первой бегать. Это жесть. Так, у меня здесь есть турелька и... А, у них работает турелька, отлично. Вот. О, они тут забили мегаотродья, походу. Но брони я не вижу. Я вижу ключ только. Еще один ключ.
Еще один ключ. Короче. Не знаю, успею, не успею. Но если игра не даст мне, конечно... Бля. Твою мать, просто. А, вот так вот, да? Я здесь постою, наверное. Блять, ну я прыгнуть даже не могу здесь. А собаку ты кому оставил? Ну без брони, это жесть просто. Ну вторую хотя бы. Оружие со стены, это, конечно, я не знаю, кто собирает эти сборки. Я не знаю, кто собирает эти сборки, конечно. Можно запрыгнуть. Он перезаряжает, смотри, как его. Это оружие. Да мне похер на целостность кристалла. Вот это в ящиках, это нормально. Это нормально в ящиках, то что вы сидите там. Если здесь брони не будет, я не знаю тогда. Бля, ты будешь сейчас перезаряжать полчаса, да? Все, никого нету, нет, кто-то бежит. Я взять не могу ни хера. Бля, да ёб твою, во. Все, ладно. Нет брони тогда, я понял. У меня есть деньги, мне надо срочно в магазин. Вот этот ближайший, наверное, у портала, который есть. 200 метров. Мне надо купить броню. Да иди ты нахер, послушник! Иди нахер! Пожалуйста. Иди вон. Это просто какое-то, блин, я не знаю. Зато Казимир еще нашел. Да идите вы в жопу, блядь, зомби. Идите знаете куда, поцелуйте знаете кого. Я поехал, все. Ну, чувак, с управлением говно какое-то происходит, не знаю. Короче, вот так я подлутался. Большой рюкзак, 3 турельки. 3 самореза, один пулемет, точнее, один какой пулемет? Одна бибизянка и 2 Казимира.